Как сделать сельское хозяйство привлекательным для инноваций, а утилизацию мусора – основы экологической политики государства? С такими предложениями выступили участники научной конференции «Мировой опыт и экономика регионов России». Тарас Степаненко продолжит тему. Научный форум собрал десятки молодых ученых из России, а также Беларуси и Украины. Все они готовы предложить свои экономические ноу-хау. Мария Ерохина занимается вопросами внедрения научных изобретений в сельском хозяйстве. Девушка уверена, наш регион может заинтересовать бизнесменов. Курская область способна предоставлять на рынок высококачественную продукцию с хорошей рентабельностью производства, но для этого нужны опять-таки хорошие капитальные вложения. Денис Гуров предлагает использовать возобновляемые источники энергии. Оптимальным вариантом для Курской области считает использование солнечных света и тепла. Высоток в городах очень много. Это 9-этажные, 6-этажные. В принципе, несколько светоэлектростанций могут обеспечивать целый дом. Вначале они требуют затрат, но в дальнейшем времени эта инвестиция она приносит большой плюс не только городу самому, но и жителям. Среди других интересных предложений – поддержка бизнесменов, готовых строить на территории России уникальные мусороперерабатывающие предприятия, которые из обычных отходов смогут производить десятки видов продукции – от строительных материалов до биогаза. Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал «Сеть».